Объект SCP-149. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Все формы SCP-149 должны содержаться внутри запечатанного контейнера из органического стекла. Каждые 2 часа в камеру содержания должны подаваться кислород и питательная взвесь. В случае нарушения условий содержания SCP-149 в отношении всех сотрудников, включая зараженных, должен быть приведен в действие протокол 142 Чарли, утвержденный по приказу ОУ-5-12 после инцидента 149-1. Описание. SCP-149 – это разновидность москитов, которые являются носителями штамма ретровируса. Далее обозначается как SCP-149-A, видоизменяющего человеческие регенерирующие клетки в оплодотворенные яйца москитов. SCP-149-A может существовать только в слюне SCP-149. SCP-149-A вводится непосредственно в кровоток в тот момент, когда особь SCP-149 питается человеческой кровью. SCP-149-A быстро изменяет клеточное ядро, деформируя ДНК. Первый набор клеток, созданный по измененной последовательности, представляет собой скопление кист, которые концентрируются во внутренней оболочке пищевода и носовых пазух. При вскрытии было обнаружено, что эти кисты заполнены личинками SCP-149 и действуют как своего рода защитный кожух от внешних воздействий. Особи SCP-149 проходят цикл созревания в течение нескольких часов. К тому времени, как субъект будет в состоянии что-либо почувствовать, первое поколение SCP-149 уже вырастет в его теле. SCP-149 массово покидают организм носителя через рот и ноздри, иногда проходит через глиновидные пазухи, чтобы выйти через глазницы. Заражение SCP-149 является смертельным. По подсчетам, шанс заражения составляет 50% при одном укусе. Приложение. Инцидент 149-1. Особи SCP-149 заразили множество сотрудников класса D, большинство из которых не сообщили о контакте с SCP-149. В течение 5 часов в этих носителях развились новые особи SCP-149, которые затем вырвались наружу, заразив еще сотрудников. Только благодаря сообразительности доктора, запечатавшего под уровни с 12 по 15, удалось избежать полного заражения зоны. В связи с этим инцидентом Совет ОУ-5 приняли решение об утверждении протокола 42 Чарли, который должен быть приведен в действие всякий раз, когда проходит нарушение условий содержания SCP-149. У нас появился Patreon. Мы будем благодарны всем, кто поддержит нашу работу. Ссылка в описании.